Группа Bad Boys Blue была образована в конце 1984 года в германском городе Кёльне. Первоначально в нее входило три человека – Тревор Тейлор, Эндрю Томас и Джон МакИнерней. В конце 1984-го трио выпустило свой первый сингл «Love in My Car», а в начале 1985-го – ставшую мировым хитом песню «You're a Woman». Далее группа выпускала альбомы практически ежегодно. Все они попадали в сотню лучших в европейских чартах. В самом коллективе также происходили изменения. Начиная с третьего альбома, вышедшего в 1987 году, вместо Тревора Тейлора солирует Джон МакИнерней. Он по сей день является основным исполнителем в Bad Boys Blue. В 89-м из Bad Boys Blue уходит Тревор Тейлор, не принявший перемен в звучании группы и по-прежнему верный стилю регги. Вместо него появляется другой Тревор, на этот раз по фамилии Баннистер. А уже в 95-м году к группе присоединяется Мо Рассел. Группа много гастролировала по всему миру. В мае 1991 года Bad Boys Blue впервые выступили в СССР. Они принимали участие в грандиозном благотворительном фестивале «Дети Чернобыля. Наши дети». В марте 1996-го группа с успехом пела в таких городах, как Москва, Иркутск, Владимир и Санкт-Петербург. В 1997-м Bad Boys Blue совместно с Томасом Андерсом из группы Modern Talking, австрийским трио Joy и группой Bonnie M выступила на фестивале «Звезды диска» в парке Горького в Москве. С этого времени они частые гости в России. Сейчас в составе коллектива в очередной раз произошли изменения. Ушел Тревор Баннистер и появился новый участник – Карлос Феррейра из африканской страны Мозамбик. Его дебют в качестве бэк-вокалиста состоялся 3 марта этого года в столице Казахстана Астане. В Солнечногорске выступит в